Всех приветствую. И сегодня я хочу показать фильм, который мы сняли в Перу. Дело в том, что Перу очень интересная и загадочная страна. О происхождении времени, создании, о самих создателях артефактов до колумбовской, я еще раз подчеркиваю, до колумбовской истории, ученые не пришли к единому мнению. И район Наска не исключение. Существует очень много теорий о линиях и геоглифах Наска. Вы можете найти все эти теории на просторах интернета. Сегодня я не хочу об этом говорить, я хочу просто показать то, что видели мы, как обычный турист, которые толпами едут в Перу посмотреть на уникальные искусственные и природные объекты. Итак, полетели. Thank you.
Thank you.
вы смотрите наш канал, вам нравятся наши фильмы, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Пишите, что улучшить в наших фильмах. Как сделать наш канал более интересным. И подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет!